Скорость, оперативность, профессионализм – вот качества, которые нужны электромонтеру. Лучшие представители профессии сейчас соревнуются за право носить звание самых-самых. Компания «МАЭСК» проводит традиционные уже четвертые по счету соревнования. Подробности у Юлии Абдулаевой. Монтер Гоша застрял в сети. У электриков это называется замыкание на землю. Напряжение 35 киловольт. Это смертельно опасно. Товарищам по работе нужно отключить оборудование, заземлить его, снять и откачать пострадавшего. На высоковольтной сети, конечно, манекен, но уложиться все равно нужно за 4 минуты. Это программа максимум. Дальше клиническая смерть, пусть и условная. Да, пульс есть. Молодцы. Успешно. Пульс у самого спасителя зашкаливает. Очень боялся, что не сможет справиться с заданием. Оказалось, зря. Итоговое время 2:37. С Владимиром такое впервые. Со мной, как бы, слава богу, не было такого. Но так вот, по рассказам было, были случаи. Эти испытания придется пройти всем командам. В соревнованиях 8 этапов, и только 2 из них – теория. Остальное – отработка действий практически в полевых условиях. В этапах будут проводиться на современной микропроцессорной технике, но и также на традиционных электромеханических устройствах релейной защиты, которых большинство эксплуатируется в сетях МАЭСК. Соревнования в учебном центре будут проходить до конца недели. Участвуют 6 команд, 4 областные, в том числе восточные сети, и 2 из столицы. Наши участники в качестве главного приза получают переходящий кубок соревнований, который в течение года или двух до организации следующих хранится в том филиале, чья команда занимает первое место на соревнованиях. Но главный приз – это участие во всероссийском этапе соревнований. Он до конца этого года пройдет в Нижневартовске. Юлия Абдулаева, Дмитрий Дмитриев, Алексей Оводов для РТВ.